Сейчас на улицах можно встретить большое разнообразие велосипедов. От самых скромных до многоскоростных спортивных красавцев. Своих железных коней велосипедисты оставляют у магазинов, подъездов домов, торговых павильонов, на лестничных пролетах многоквартирных домов. Конечно, это не оставляет равнодушными злоумышленников. В настоящий момент на территории Сморгонского района участились случаи хищения велосипедов, самокатов, средств персональной мобильности. Хочется отметить, что основной причиной совершения данного рода хищений является халатное отношение граждан к своему имуществу, а именно оставление владельцами своих велосипедов без присмотра вблизи магазинов, жилых домов, а также подъездов многоквартирных домов. Хочется напомнить гражданам, что оставляя свой велосипед без присмотра в общественных местах, необходимо пристегнуть его к специально оборудованному стенду, а при отсутствии такового позаботиться, чтобы запирающее устройство было пристегнуто между колесом и рамой велосипеда, не позволяя при этом осуществить поворот колеса. Хочется напомнить, что оставление велосипедов, колясок и иных предметов на лестничных маршах, подъездов многоквартирных домов могут повлечь за собой привлечение к административной ответственности по части 4 статьи 22.12 КУАП Республики Беларусь, что повлечет за собой привлечение к штрафу в размере 20 базовых величин.